Всем привет! В этом видео я покажу один, на мой взгляд, полезный лайфхак для вашего дома. Первое, что мне понадобится, это вазелиновое масло, которое продается в каждой аптеке, и обычный растворимый кофе. Также нужна какая-нибудь красивая стеклянная баночка. Я взял от зернистой горчицы. Этикетку желательно удалить при помощи фена, предварительно ее нагреть. Остатки клея можно удалить при помощи обезжиривателя или спирта. Наливаем воду, желательно теплую, но так как у меня в мастерской ее нет, то нагреваем ее феном, для того, чтобы кофе лучше растворилось. Насыпаем в баночку с водой 2 ложки кофе и перемешиваем. Далее наливаем вазелиновое масло примерно 2 сантиметра. Пузыри желательно лопнуть иголкой, либо зубочисткой. Теперь берем крышку от какого-нибудь напитка и сверлим в ней отверстие. Получившееся отверстие продеваем отрезок веревки из натуральной ткани. Синтетические ткани не подойдут. Пропитываем веревку маслом. И опускаем в баночку с кофе. Вот и все, получилась аромалампа. Когда фитиль горит, лампа наполняет комнату приятным кофейным ароматом. Кофе обладает способностью убивать все неприятные запахи. Сразу хочу сказать, почему я использовал именно вазелиновое масло. Так как, когда оно горит, то нет копоти и дыма. Как вам такая идея? Напишите в комментариях. Всем пока-пока.